Bhayam ditiyo vinivishatoha sat, ishat apetasya viparyaya sridhi, tan mayaya ato budho avayetvam, bhaktaika esham gurudeva tatma. Bhayam ditiyo vinivishatoha sat, ishat apetasya viparyaya sridhi, tan mayaya ato budho avayetvam, bhaktaika esham gurudeva tatma. Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, with anartha, Krishna bhajan is impossible. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что с анартхами невозможно начать харибаджан. Значит, чтобы начать харибаджан, для начала нужно избавиться от анартх, как минимум для начала. И после этого мы можем думать о том, что делать или что не делать, поскольку в Гите говорится, такие слова говорятся, что делать, что не делать. Все это мы должны решить согласно тому, что говорится в шастрах. И вы можете принять решение на основе этого, иначе нет. И суть в том, что мы находимся в майе. Но то, что мы находимся в майе, понять это не так просто. Мы не можем понять, что мы в майе, это главное. Шлока, с которой я начал, она очень важна, она из Бхагаватам. Есть единственное во всей Вселенной, есть единственный объект, он это зовется Адвагьянтатва. И во всех бесконечных Вселенных есть это одна единая татва, это она зовется Адвагьянтатва. И if you cannot realize this point, that everywhere everything is Advaita. Если вы не сможете осознать, что все, что окружает нас, это Адвагьянтатва, может, она отличается, может, она различна. Это тоже можно видеть, но в итоге все можно видеть, что это одна единая Адвагьянтатва. All big и все великие философы. Все даршаники, философы, они все утверждают, что во всей Вселенной есть центр всего. И даже материалисты, философы-материалисты, как Сократ и прочие, они тоже признают, что есть одно единое, такой центр всего. И если мы можем, и если мы найдем этот центр, внутри нашего сердца тоже есть некий центр. И если мы, то есть если наш центр нашего сердца мы сможем поместить как бы в центр Вселенной, то таким образом мы достигнем совершенства в начале всего. То есть если наше сердце будет находиться в гармонии с центром Вселенной, с Господом, то тогда это зовется совершенством. Иначе постоянно в нашем сердце какие-то беспокойства, какие-то и прочие находятся в нас, все беспокоит постоянно. Какой-то страх всегда следует за всеми. Если что-то случится, что я буду делать в этом случае или в другом случае? Все время наш ум так он беспокоится. И это значит, что они не могут поверить на 100% Верховного Господа.
если у вас есть какие-то беспокойства, какая-то обеспокоенность, это значит, что вы ваша самопреданность, самопредание лотосным стопам Гурудева или Верховного Господа, но не полностью произошло. Так много чего я хочу сказать. И Джива Госвами Пад, он дает такое наставление нам. Самитупани сотвиан брахманистам. This one point. Вот в этих словах. Another slogan there is сапте паречи. В другой шлоке говорится вот эти слова, они практически то же самое смысловое значение. Сапте паречи нисснатам. First of all, there is bonded soul. Their condition is first project. I can discuss some point. After that, Jiva Goswami was speaking. Some people are saying, после этого говорит. What does it mean? И какое значение этих слов? Шапта Брахма. Шапта Брахма и Парабрахма. Many times I discuss from. Много раз я говорил из Веданта Сутры эти слова. Атхато Брахма Джигаса. Атхато Брахма Джигаса, Атхато Шабда Джигаса, вот эти шлоки, или Атхато Атма Джигаса, это все, то же самое, все, что сказал Санатана Госвами. И то, что он, то есть он спросил у Махапрабху, кто я и почему я страдаю от этих трусных страданий, и Парикшит Махарадж, он спрашивает то же самое. Ato prichami samsiddhim yoginam param gurum purushasya ayat karyam niyamanasya sarvatha. In Vedanta Sutra first slok, Vedanta Sutra, первая шлока в первой главе говорится Атхато Брахма Джигьяса. И Санатан Госвами спрашивает, и это то же самое, что спросил Парикшит Махарадж, поскольку Брахма, если вы не можете чувствовать, что этот Брахма, он находится в форме звука, Брахма, если вы не можете осознать, что Брахма, он в форме, находится также в форме звука, поскольку Бхагаватам — это звуковое воплощение снисхождения Господа, вот формы пранавы. И можно найти, что Махапрабху дает такое наставление, что Ом — это изначальный источник всего, из чего произошло все это творение. Умыть акшарам. В Гите говорится такие слова. This is actually Parabrahma. Now Jiva Goswami was speaking. И Джива Госвами говорит. So you will have to approach a guru. Должны приблизиться к гуру, который сведущ в шастра, Шабда Брахма. Парабрахма значит, там Верховный Господь, Шабда Брахма и Парабрахма. Значит, у них есть такое прямое чувство о личности Верховного Господа. И если у вас нет такого чувства, то как можно дать это чувство ученику? А что значит милость? Садгуру. Садгуру значит Гурудев, тот, у кого есть его вечное существование там, в том мире, он зовется Садгуру. Садгуру значит тот, у кого есть вечное существование на Галоке, он совершает служение там и также здесь. А о Садан Сидха Гуру можно сказать, что когда Садан Сидха Гуру, когда он стал Садан Сиддой, то
From today onward, с сегодняшнего дня его положение практически такое же. У него тоже есть своего вечного, как сказать, существование в том мире. И Кешава Госвами Махарадж говорит, когда один какой-то некий гуру спасется из своего баджана, он достигает совершенства, то тогда он же становится неотличным от тех, кто не зашел из духовного мира. И Джива Госвами Пад дает такое наставление, что если вы, у вас достаточно удачи, поскольку это вопрос великой удачи, Шрила Прабхупад говорит, что кто-то может жалеть, что не может получить садгуру, но Прабхупад говорит, что мы получаем нашего гуру согласно нашему предыдущему сукрите, иначе мы не можем обрести гуру. И поэтому, если вы обрели садгуру в этой жизни, кто Джива Госвами Пад говорит, вот Шабда Брахма и Пара Брахма, то есть этот гуру, он может дать вам всю сиддханту, поскольку, например, вы приняли прибежище лотосных стоп Гурудева. И сейчас вы спрашиваете, но Гурудев не может ответить. Сандарбхи Джива Госвами говорит, например, Гурудев не может ответить на какой-то вопрос, и в этом случае вы будете сомневаться, и вы можете потерять веру в вашего гуру, это проблема. Вы находитесь в дилемме, что же делать, вы ему как бы Гурудева не можете оставить, он как бы хороший, но в то же самое время он не может должным образом ответить на ваши вопросы, вы думаете, что же делать. Sometimes it happens so, like Gopi Sarvajana. I can discuss this point in Prabhupada, Abhibhakti, иногда very special point. Случается так, как вот случилось с Гопи Шордас Бабаджи Махараджем, что можно видеть, что Гопи Шордас Бабаджи Махарадж внешне не может говорить ничего о писаниях, но Прабхупада говорит, that my Guru Dev, что мой Гурудев, он полностью сведущ во всех писаниях. Мой Гурудев может говорить суть всех писаний. Шрила Прабхупада говорил о Шрила Гопи Шордас Бабаджи Махараджа, что он знает и может рассказать суть всех писаний. А когда обусловленная душа, она приближается к какому-то гуру или садгуру, то в этом случае я начался вот с этих слов, когда обусловленная душа подходит к настоящему садгуру, какое чувство должно быть? Иначе, если у вас нет этого чувства, то тогда ваше самопредание, оно несовершенно. Если вы можете чувствовать, что я умру, кто может спасти меня? Если у вас нет такого чувства, например, некий корабль терпит крушение в океане. И после этого все, кто пытаются спастись, они выпрыгивают с этого тонущего корабля, и так или иначе они пытаются спастись. И таким образом этот тонущий человек, он хватается за соломинку, чтобы спастись. И такое чувство, если оно у вас есть, к вашему гуру, то тогда ваше самопредание совершенно иначе нет. То есть, если вы не чувствуете, что гуру – это ваш спаситель, мы умираем, и кто же может спасти нас? И вот такое же чувство умирающего человека, когда он видит надежду на спасение, такое оно должно быть у нас, иначе проблема. И суть в том, если у вас есть такое чувство, тогда вы будете спасены, иначе нет. И почему мы боимся? Поскольку у нас есть наш ум, он не
он не сконцентрирован на чем-то одном. И если у нас есть такая концентрация, адвагьян таттва, то есть если наш ум сконцентрирован на чем-то одном, то страха не возникает. И Парампуджапад Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит, что когда мы пришли к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, мы всегда хотели находиться под его руководством. И когда мы пришли к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, мы хотели быть под его руководством. И когда Шрила Прабхупада отчитывал нас даже, мы были очень довольны, но сейчас это очень редко случается. Если Гурудев говорит какие-то жесткие слова ученику, а что значит шишья? Шишья значит тот, кто может, принять наставление Гурудева. Иначе проблема. И Нарутам Такур говорит, что сейчас ситуация очень такая критическая, что вы не можете понять, что делать, а что не делать. Нарутам Такур говорит в своем киртанах вот эти слова. И вот Нарутам Такур говорит, что вы должны находиться в гармонии с вашим гуру. Вот, например, если гуру говорит что-то, что не одобрено шастрами, что же делать? Например, некий гуру говорит что-то неодобренное шастрами, но мы видим это, и в шастрах такого не находим. И поэтому Нарутам Такур очень ясно говорит, что вот эти слова. Можно помнить, что Шри Чайтанья Махапрабху в Чайтанье Чайтамрите мы находим, когда Шри Чайтанья Махапрабху дал наставление Санатана Госвами составить Хари Бхакти Вилас, то Махапрабху сказал это, и после этого он сказал, ты можешь привести примеры с различных писаний. Ты должен приводить примеры с различных писаний, чтобы подкрепить свои слова. И поэтому каждый раз, когда мы, то есть мы также заинтересованы в том, что говорится в шастрах. Я не говорю вам. Я не говорю вам ходить туда и сюда, нет. Поскольку я знаю, в обусловленном состоянии, если вы ходите туда и сюда, то автоматически ваше сердце, оно беспокойно. Вы можете смотреть туда и сюда, вы можете слушать какие-то разные вещи и не можете их сгармонизировать и понять, что к чему. У меня нету, я не против, если вы куда-то, как сказать, уходите в различные места, но если вы услышите что-то, что противоречит нашей философии, нашей сиддханте, то как в нашем, например, обществе много преданных, они спорят друг с другом. Вот Бондев Госвами Махарадж одно говорит, Шрила Кешав Госвами Махарадж другое. Он говорит, не петь Ямакиртан, например, Мадхав Госвами Махарадж говорит, нужно совершать Ямакиртаны под руководством Гуру Вайшнавов, и так мы сконфужены и не знаем, что же делать. И поэтому Рупа Госвами Пад говорит вот эти слова. В вашей собственной сампрадае, если вы найдете возвышенную саду, но смотрите, если саду святой очень возвышен, то это тоже проблема, его тяжело понять.
И поэтому, когда какой-то преданный спросил Шрилу Прабхупаду, что можно ли отправиться им в Навадвип, чтобы принести поклоны вам сюда с Бабаджи Махараджи, то Шрила Прабхупада сказал, нет, не нужно. Поскольку если вы пойдете туда, вы можете неправильно понять его действия. Это проблема. И многие преданные спрашивали Шрилу Прабхупаду, что вы говорите, не туда, не туда, и туда не идите. Что же делать, куда идти? И Шрила Прабхупада сказал, смотрите, по крайней мере, идите туда, в такое место, где, по крайней мере, не совершается нама-апарадха. Понимаете? Нама-апарадха значит, например, если какая-то харикатха идет, но опять же, это не совсем харикатха, не настоящая, то есть под именем харикатхи что-то происходит, это нама-апарадха называется. Внешне, может быть, сиддханта все в порядке, но это внешне только. Шрила Прабхупада говорит, нужно идти, по крайней мере, в то место, где не совершается нама-апарадхи. И Рупа Госвами говорит, вот эти слова значат, если он находится в той же самой сампрадае, в той же наставнической преемственности Гуру Парампари. Как вот вы поехали во Вриндаван, то вы можете спрашивать разные вопросы. Это очень странные вопросы, поскольку если я день и ночь буду отвечать, то что делать, когда я буду заниматься своим служением? Ну, хорошо, кто-то с вопросом это прислал с Вриндавана целых там 30 штук. Но ты можешь видеть, что много. Что часто бывают какие-то непонятки в сиддханте, разные преданные отстаивают разные точки зрения. Но сейчас ситуация очень такая критическая, что и поддерживать наш баджан очень тяжело. Actually, you cannot harmonize. This Gurudev speaking this way. Что один гуру говорит одно, другое Шрила Прабхупада, третье Бхактина такого немножко по-другому говорит, и это сложно понять, и поэтому для нас важно находиться в одном месте, и, ну, конечно, можно куда-то ездить на какую-то даршану, но, опять же, слушать то, что везде говорят, лучше не слушать, чтобы поддерживать наш баджан в таком хорошем состоянии. Поскольку обусловленная душа, если она куда-то попадает, то часто она находит какие-то недостатки. Поскольку мы не Парамахамса, Парамахамса он может среди плохого хорошее найти, а обусловленные души они не имеют такой способности. И поэтому Джива Госвами Пад говорит, что если вы найдете такого возвышенного саду в той же самой наставнической преемственности, которая на самом деле совершает баджан и гуру сева, то тогда вы можете приблизиться к нему. У меня нет желания никого критиковать, но что делать, если такое происходит? Парампуджапад Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что иногда Гурудев дает наставление нам, если вы сможете понять их, его сиддханту, и если вы можете понять наставление Гурудева, тогда мы сможем совершать баджан. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, чтобы понять сердце Гурудева, это очень тяжело. Но вот он так может говорить. Говорит вот такие слова, но привести свое сердце в гармонию с сердцем Гурудева – это
тяжело, это практически невозможно. Однажды одно письмо мне пришло с того места, где родился Шрила Кешава Госвами Махарадж. И вот в этом письме Кешава Госвами Махараджа, не Махараджу пришло, Кешава Госвами Махараджа, когда он был в Гауди Матхи во времена Шрила Прабхупады, вот из его до дома пришло письмо, и это письмо дали Шрила Прабхупаде, поскольку Кешава Госвами Махарадж занят был, куда-то уехал, и вот на его имя пришло письмо, Шрила Прабхупада прочитал это письмо и позвал Винода Прабху. Винода Бихари, Кешава Госвами Махараджа. И вот он пришел, принес свои поклоны Шриле Прабхупаде. Прабхупада спросил: «Вы зовете меня? Да, есть новость для вас. Ваша мать очень больна, и вы должны пойти к ней. Ты должен поехать навестить ее». И Кешава Госвами Махарадж, он ничего не ответил. Он только слушал, и после этого, когда он предложил свои поклоны, и Шрила Прабхупада, он, в общем, и вот он сказал, что нужно поехать навестить его мать, а потом вечером увидел, что никуда не поехал. Why you don't go to your room, home? И он спросил, почему же ты не поехал туда, поскольку, смотри, твоя мать при смерти буквально. Почему ты не поехал туда? И Винода начал плакать. Он предложил свои поклоны Шриле Прабхупаде и сказал: «О, Прабхупад, вы хотите проверить меня, мое шаранагати?» Когда я принял прибежище ваших лотосных стоп, то вы мой отец, вы моя мать, вы все для меня. Кто такая моя мать? Что я могу сделать? Если она умрет, но разве я могу спасти ее? Он плачет и плачет. И после этого Шрила Кешава Госвами Махарадж дал такое наставление. To test me. Sometimes Gurudev giving me instruction to test me. Иногда Гурудев он дает какие-то наставления, чтобы проверить нас, но это как бы не то, что хочет сказать нам Гурудев. Он может так говорить, чтобы проверить нас, вот как в случае с Шрилой Прабхупадой, Шрилой Кешавой Госвами Махараджем. Но что делать? Кешава Госвами Махарадж, Винода, он начал плакать, что Прабхупад так часто хотел проверить меня. Прабхупад coming from one seva. Right now, Прабхупад coming, 11 o'clock. И вот Шрила Прабхупад пришел. Then, Прабхупад asking, Хайги Брахмачари. И вот потом следующий случай, когда Шрила Хайги Брахмачари, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он куда-то приехал, только приехал в Гауди Мат с какого-то места. И вот, ну, только помылся, принял прасад, и Шрила Прабхупада спрашивает, что готов ли он ехать дальше во Вриндаван там или еще куда-то. Но сейчас это очень тяжело, практически невозможно найти преданных с таким вдохновением совершать служение. Может, кто-то что-то слышал, но... And also in scripture, you see. И в писаниях говорится. Guru Mukha Padma ko hidayat koriya vikho arna koriya mana okay. Guru Mukha ne hidayat koi okay. Sadhu Guru Shastra Bakko. Hain.
И вот Наротам Такур говорит Саду Вакья и Шастра Вакья, вы должны, то есть то, что говорят Шастры, то, что говорят Саду, вы должны понять и найти гармонию между этим, иначе проблема. И также можно найти Jo bhakti nairahitam annayena srinatiya. If some gurudev speaking all rubbish, если какой-то гуру говорит какую-то ересь, которая не подтверждается писаниями, то что делать? Так много случаев можно видеть. И в писаниях говорится в этом случае, что те, кто говорят всякую ересь, не поддержаны против писаний, но то, что не, то есть то, что не поддерживается писаниями, и тот, кто слушает это, они оба они отправляются в ад навсегда. И сейчас вы пытаетесь успокоить ваш ум. То есть, чтобы спокойствие ума, это очень важно на пути баджана. Иногда Гурудев хочет обмануть меня, обмануть нас. Например, если у меня есть какой-то необхилаш, какие-то посторонние анархии, какие-то посторонние. Есть четыре вида анархии. Вот, вот эти вот Махарадж перечисляет. То есть ложно. Асаттишна, Аптадер, Апарат, Хайдадо Болло. These four kind of, you know. И вот эти четыре анархии. То есть это четыре категории. Эти категории на свои подкатегории разделяются, соответственно. И вот первое, анартха, то есть от чего это происходит, то, что мы не понимаем, кто мы на самом деле. То есть вначале мы должны понять, кто я и каково мое положение. Если вы не можете понять свое положение, то что же делать? И на каком? Например, какой-то. Вы попали в какую-то аварию. Yeah, you can understand where I am, which place this is. И, ну, например, в авиакатастрофу как-то спаслись, парашют у вас был и куда-то приземлились. И что делать? Нужно определить, где мы находимся. In which position you are at present, you should understand this. В каком положении вы находитесь? Otherwise, вот нужно определиться. So you will have to approach one Sadhguru. Вы должны приблизиться к Садхгуру. He can speak you directly. You Jayavadharma, you can go through Jayavadharma. И вы изучаете Джавадарму, и там вы найдете Рагунат Баба. Он жил здесь, в Шивасангане. From some place here. Он здесь недалеко. И двое преданных пришли к нему с вопросами. Кто же мы? Что же мы можем делать? И после этого Бабаджи Махарадж ответил. И они приняли его наставление и начали совершать баджан. И вот. Сасаруп, парасаруп. Сасаруп мин? Ио саруп. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, дает такие наставления. Махапрабху дает все ответы. И
Например, до тех пор, пока мы думаем о том, что я женщина или я мужчина, то мы это вы в мае, в Джайва-дхарме, говорится, я могу это обсудить от 23-го утра, о том, что Шрила Бхактивинода Тхакур дает нам такие наставления в Джайва-дхарме до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы гопи. Что вы вас не достигнете этой гопи бхавы, до тех пор вы не имеете права слушать и говорить о Раса-лиле, о прочем. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит так. Я могу привести пример из Джайва-дхармы. Никто не может... То есть многие хотят перепрыгнуть очень важные части баджана, но это нехорошо, мы должны следовать ступень за ступенью. И смотрите, Шри Чайтанья Махапрабху дает такие наставления, и в начале всего анартхи, мы должны избавиться от анартхи. Это первое, я снова и снова повторяю, что... Вот, как, например, вы сделали какую-то асану, какое-то место, святое место. Ну и такого асану в форме курма-девата, то есть по всем правилам и предписаниям. И после этого... То есть нужно по всем правилам нужно повторять харинам и совершать баджан на каком-то одном месте, вот на какой-то определенной асане, то есть в таком месте. И вы должны так сидеть и повторять святые имена, сидя на этой асане. Может, первое время вас что-то будет беспокоить, но потом вы успокоитесь и все придет. Придет в порядок. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что нужно совершать служение руками, как Амбариш Махарадж, например. Пытайтесь занять все ваши органы чувств в служении, что ваши глаза никуда не, как сказать, не отклоняются. Будьте внимательны. И ум он главный. Поскольку пять кармендрия и пять гинендрия, но ум он главный, ум это он главный. Если ум не находится под вашим контролем, то тогда вы не сможете достичь успеха. Вы наблюдаете за своим умом, что он хочет. Никто не может обмануть вас, только вы сами можете обмануть меня, обмануть себя. Посмотрите в ваше сердце, что говорят Гуру Вайшнавы, что говорят Писания, что говорит Шрила Прабхупад. И вот если мы не сможем всем сердцем принять их слова, то тогда мы обманемся. Если мы искренни, то никто не сможет нас обмануть. Если мы на 100% искренне и серьезны, то никто не может нас обмануть. Понимаете? И говорится, что Бхададжива, у них есть четыре вида этих. Четыре вида недостатков. Kind of и какие они? They can see, they cannot, они they cannot see не могут thing, видеть должным образом вещи, они не могут понять это все, не могут принять должные вещи и действовать согласно им. И это зовется випралипса. Ну, вот Махараш на санскрите перечисляет, как это все называется.
Но с чистыми гуру вайшнавами у них нет таких недостатков, поскольку все, что мы видим, слышим, это не всегда правильно, и мы не можем понять, что и к чему. Вибралипса значит склонность к обману самого себя. И вот сварупа, значит, вы читание Читамрити говорится, Дживе Сварупахой Кришна Нитьядас. Но вы должны понять это и по милости Гуру. То есть сами вы это непосредственно тяжело это понять. Гурудев, он может дать вам это чувство. Он может через Гурудева это чувство может прийти. Если вы примете Гурудева как ваше сердце и душу, если ваш Гурудев Садгуру, то тогда эта севана может дать вам должный результат. Гурудев — это мое сердце и моя душа. Я не хочу ничего иного, кроме как совершать служение Ему. Поскольку везде, в Бхагаватам, в Упанишадах говорится, что можно избавиться от анартх. И как? С Гуру Севой, Садгуру Севой. В Бхагаватам Бхагаван Си Кришна дает наставление Удаве. Этат сарвам гуру бхакта пурушо хи анджаса джае. Раджас тамас ча саттена, раджа тамас сато, анартха ки. Ultimately, if you find this kind of anartha, ultimately сато раджа тамо, all by the influence of сато раджа тамо you are dancing. Ultimately. To go out of the influence of избавиться от влияния майя. To go out of the influence of избавиться от влияния сатва раджа и тама гуны, избавиться от влияния анартха, то же самое. Избавиться от майи, что значит? Значит избавиться от анартха. И Бхагаван Си Кришна дает такие наставления нам. Вот в этих словах. Раджас тамас ча саттена, саттан ча упасамена ча. Этат сарвам гуру бхактя пурушо хи анджаса джае. Раджа и тама, мы должны победить раджа и тамагуна с помощью сатвагуны, по крайней мере, например, мы так достигли уровня сатвагуны. Сатвагуна значит, это нечто лучшее из трех гун. И вот так ваша жизнь сатвагуна заняла такое главенствующее положение, но это не значит, что у вас таммагуна и раджагуна не осталось. Но это дело в том, что сатвагуна доминирует над всеми, но все же эта сатвагуна нам не нужна также. То есть это просто ступень. И в этих словах говорится, что мы также то есть мы должны возвыситься над сатвагуной. Упасам значит, упасам, да, санскритское слово значит освобождение. Вы должны принять лекарство. Это лекарство есть Гуру Сева. Мы, например, совершаем Экадаши Читамаси Врату. Мы это мы должны принять наставление от Гурудева и следовать им, и совершать Гуру Севу таким образом. Нахам иджа прижатибхям тапаса упасамайнава ижадисере тусиям сарвахутатма гуру сусая ята. Бхагаван Си Кришна говорит Судами Випри. Нахам иджа прижати бхям. Иджа мин арчана. Иджа значит арчана. Если вы заняты поклонением.
если вы соблюдаете свою жизнь домохозяева совершенным образом в согласии с писаниями, то есть это очень хорошо, но вы также должны следовать. Наставление Писания, что делать, что не делать. Если вы не сможете это все соблюдать, это проблема. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Судаме Випри, и когда Судама отправился в Двараку, то там они обсуждали. Upasam different kind of, you know, samanyava. Because Chaitanya Mahaprabhu giving и вот Шри Чайтанья Махапрабху, он you can find Suklambar Brahmachari, shouting Mahaprabhu. What do you think? Он говорил Шукламбар Брахмачари, что ты что думаешь, что если просто ты пьешь одно молоко, и этого достаточно, чтобы достичь Господа, что демоны, они тоже совершают аскез, и что толку? Они совершают тапасию, чтобы получить какие-то удобства. Хираньякашипу, Раван, они совершают аскезы не для того, чтобы Кришна был доволен. They are doing tapasya to get some extra power, which is prohibited. They are doing tapasya. Они совершают тапасию, и что же? They are doing no service to Krishna. They are doing tapasya only to get some benefit. Они не служат Кришне, они просто соблюдают какие-то аскезы, чтобы какое-то благо обрести. So never they cannot come outside. То есть они находятся на состоянии анархии, успеха настоящего не достигнут. И вот Махапрабху говорит, что асуры, демоны, они тоже совершают тапасию. И какое же благо они могут обрести от этого, как в Рикасу, например, он совершал аскезу, не следовал никакому гуру. И если даже кто-то из демонов следует Гурудеву, то это как Экалабья, можно убедить. Вот как Экалабья как бы следовал Гурудеву, но он наставление Гуру, он не принимал, он как, ну, то есть он делал то, что Гурудев не желал. И вот Сосаруп Вибрам, first of all, if location is not pointed, fix. If you cannot understand in what position you are at present, you cannot go. То есть, если вы не сможете понять, на каком положении вы находитесь сейчас, то что делать дальше? Как это понять? Как, например, можно видеть, кто-то не понимает наставление своего Гурудева и идет куда-то не туда. Middle point, zero. No, so now by the mercy of Gurudev, I will have to go positive way. But I misunderstand Gurudev, I go negative. No, Махараджи такой пример приводит, если мы куда-то дошли, а потом сделали что-то неправильно, то это подобно тому, как мы возвращаемся назад, то есть мы ни блага, ни зла никакого не получаем. So Sasvarup, if you cannot understand, if you don't understand what is your Sarup, then you cannot start bhajan. Нашу сварупу, то мы не сможем начать бхаджан. Пара сварупу. Пара сварупу, if you can understand what is the Sarup of Sadhya Sadhan Tattva. You cannot understand what is in Chaito, if you go through Chaitanya Chaitanya, you can find. Будем изучать сочетание Чайтамриты, то можно найти. Так много людей приходят к сочетанию Махапрабху. И когда сочетание Махапрабху, Нимай Пандит, он отправился в
в дом Тапана Мишра. Сейчас это Бангладеш уже, раньше Индия была. И там он увидел во сне, что you can approach Nimai Pandit, he is Supreme Lord. Ты не можешь понять эту татву, иди к Нимай Пандиту, он Верховный Господь, он расскажет тебе. И можно видеть, что где бы ни был Чайтанья Махапрабху, то если кто задавал ему вопросы, то Махапрабху он утверждал эту садхи татву. Самбанхи Абхидеи поют они везде, даже в случае с Майавади. И вот Варанаси он это сделал, и в случае с Тапан Мишрой. Birodhi Vishwa. Just now I told na negative point you are going. Shatrasan Dotto, Birodhi Vishwa means scriptural instruction you can get by the two category. One is directly наставление Писания можно получить двумя способами. Первое – это непосредственно, прямо, а другое – косвенно. То есть первое – видхи, а второе – ниша. Видхи – это правило, что нужно делать конкретно вот то и то. Что это нельзя, то нельзя, это нельзя. Это правило. То есть правила, они на два вида разделяются. Первые – позитивные, вот как эти, негативные. Что делать и что не делать. Видхи и нишеты. То есть нише значит запрет, что нельзя делать, а видхи, соответственно, то, что нужно делать. So, so-sarupe, paro-sarupe. Sattva-sarantattva, you cannot understand what to do. You are in confusion. Who can guide you properly? И кто может вести вас должным образом? At present, who can guide you? И сейчас кто может вести вас? Шрила Бхакти-вайбав Пури Госвами Махарадж, он ушел из этого мира. If Maharaj is there, he can slap me. Если Махарадж был бы здесь, он бы... Who can guide me? Who can love me properly? Отчитал нас, а кто может... Кто имеет такую же любовь к нам, как наш Гурудев? Кто может вести нас? И Шрила Прабхупад говорит, что если кто-то знает Сиддханту, но не говорит вам, вы... Knowing that he, you are misguided, you are going opposite way. If you don't speak, then it's big opera. То это оскорбление получается. То есть если кто-то знает, это называется дживахимса. Шрила Прабхупада он определил это, то есть в своей харикатхе. То есть если кто-то знает Сиддханту, знает, что нужно делать, и видит. И как в Матхе, например, если кто-то знает Сиддханту, а в этом же случае кто-то делает наоборот, то есть если этот человек как бы не парится насчет этого, что пускай там делает неправильно, мне до него дела нет, то это зовется дживахимсой. То есть если мы видим, мы знаем, что как нужно делать правильно, и видим, что если кто-то делает неправильно, то есть это дживахимса. А другие сампрадаи по-другому определяют это значение, то значение, которое принято в Гаудимадхе, оно уникальное, как, например, отречение. В разных, если можно пойти, да, поспрашивать у разных сампрадай, что значит вайраги, отреченность, но только четкое определение можно получить от Шрилы Прабхупады, что такое настоящее вайраги, поскольку Шрила Прабхупада говорит, и Кешав Госвами Махарадж говорил много раз, что те майявади, они хотят доказать, что мы вайраги, мы не, не привязаны, мы отречены от всего. Но Шрила Кешава Госвами Махарадж может доказать, что у них нет никакой непривязанности, поскольку внешне они как бы не общаются с женщинами, не стремятся к деньгам, как бы все нормально внешне, но они хотят слиться с сиянием Брахмана. Они думают, что они Брахмана. Это тоже один из видов Джоши Цанги.
доходят из отца санги, то есть они внутри как бы, в сатсанге, они внутри совершают сатсангу, поскольку они майвади хотят слиться с безличным браманом, это гораздо хуже. That everybody like to prove that we are. Доказать, что мы, but Yukta Vairagya nobody как бы, отреченцы, но что такое Yukta Vairagya, далеко не все могут понять. Много людей спрашивают, что такое Vairagya. Many people are giving instruction about how to enjoy this material life. То есть многие люди дают наставления, как наслаждаться этой материальной жизнью, но никто не может дать вам наставления относительно Yukta Vairagya. Это очень, такая, очень, как сказать, запутанная, тяжело для понимания, поскольку Yukta Vairagya это совершенно балансированное, как сказать, то есть это совершенно отречение, поскольку если чуть отклонитесь, это уже наслаждение будет а в другую сторону, ложное отречение. Понимаете? И когда Шрила Прабхупад, он хотел отправить Шрилу Бхакти Хридой Бонды в Гасамахараджа на запад, то он сказал ему, что нужно одеться ему в такую западную одежду, в костюм, рубашку, галстук, как его пальто и ботинки. Но он уже принял саньясу, ходил в одежде саньяса. А что значит саньяса? Саньяса значит занять все в служении Мукунде. И Шри Чайтанья Махапрабху после того, как он принял саньясу, он сказал: Паратманишта матро безгахан, Мукунда севай хай самсаттарам. Саньяси мантри тоже говорится похожие слова. Я не могу ее говорить, и на санскрите, если мы разделим эту мантру, саньяс значит сад на, вот, знаете, на слоге. Что значит саньяс? Сад плюс ньяс. Сад значит ваше истинное я. Вы должны отдать его, предаться лотосным стопам Кришны, не значит буквально отдать, а занять себя в служении Кришне. Это зовется саньяса. Но кто может следовать? Yukta Vairagya. Вы можете узнать о ней только от Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады. Никто не может рассказать, что есть настоящая Yukta Vairagya. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Госвами Махарадж. Внутри они были полностью отречены, но внешне. Шрила Прабхупада дал наставление, что иди оденься в эту западную одежду и приходи ко мне. Но Бхактивинода Госвами Махарадж думал, что же делать, и в итоге он оделся так. И когда он пришел к Шриле Прабхупаде, Прабхупад сказал, ну вот, это называется Yukta Vairagya. И поэтому для настоящей проповеди Шри Чайтанья Вани мы можем опуститься на любой уровень, если ситуация, как бы, если это нужно. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, и вот Сарвабхаума Бхаттачарья, после того, как он получил милость от Шри Чайтанья Махапрабху, говорит, вся наша Гуру Варгана являет такую Yukta Vairagya. И вот он говорит, что в Гауди Сампрадай вот отреченности Гуру Кишвана Свабаджа Махараджа или Бхактивинода Тхакура, это настоящая Yukta Vairagya. Но не все могут понять, кто-то говорит, что Гуру Кишвана Свабаджа Махарадж, он через свою отреченность, он хотел Кришну обрести, а Бхактивинода Тхакура через наслаждение хотел получить Кришну. Кто-то говорит так, но Шрила Прабхупада говорит, что они глупцы.
Может, внешне можно найти, что Бхактина Такур сидит с Ананда Сукханаконда и повторяет баджан, а Гуру Кишода с Бабаджи Махарадж в каком-то поле под какой-то бамбуковой хижиной. Но их сердце оно одинаково, но никто не может понять этого. И вот мы должны понять, что значит юкта вайрагья. Неважно, мы находимся в вашем и домохозяева или в отреченном уклоне жизни. Но не поняв этого, мы не можем совершать настоящий баджан. И вот садан, садья-таттва и самбандха пхидея прайоджану мы также должны осознать эти вещи. И вот если вы хотите избавиться от анартх, Вироди Вишу, это значит негативное, то есть то, что не нужно делать. Я могу привести пример, который даст нам понимание этого. И вот какие-то преданные пошли принимать дикшу от Садгуру. И вот Экадаши нужно прервать пост, и дикша начнется в 9, скажем, возьмите рисинку Джагнат Прасада, примите пост, и, ну и все на этом. Ну, а те, кто постились без воды, могут водой прервать пост, как Амбариш Махарадж. Амбариш Махарадж, он, чтобы прервать пост на Экадаши, он взял каплю воды. Так вот, с размером семя горчицы. Это в случае те, кто постятся без воды, но без зерна как бы нельзя прервать пост, нужно какое-то зерно принять. Но когда они пришли получить дикшу, Гурудев спросил: «Ну, вы готовы?» «Все готово, да». Вы, паран провели? Вы приняли зернышко Джагнат Прасада, но кто-то сказал, а как я могу, поскольку дикшу лишь мы получаем, какой паран? А Гурудев сказал, нет, я вам дикшу не дам, идите, поскольку первое наставление вы не выполнили Гурудева, потому что первое надо паран провести, если он сказал. Если паран, скажем, 8, а дикшу 9, то если Гурудев сказал провести паран, если вы этому не следуете, то какую дикшу вы вообще можете получить? И это такое, как сказать, непонятно. Вироди Вишу, такое конфуз, или, как сказать, нечто непонятное. То есть, если человек не понимает этого, то проблема возникает следующая. То есть Гурудев дал наставление, вы ему не следуете или сделали наоборот, это плохо. In Urupi, when Chaitanya Mahaprabhu was there, asking so many questions in front of the Tattvavadi какого-то Таттвавадьячари. Но относительно саддан-сати таттвы, он наоборот говорил, и Махапрабху засмеялся и сказал, что ты хочешь обмануть меня, поскольку ты думаешь, что я майавади саньяси, и поэтому ты не говоришь истину мне. Махапрабху сказал ему такое. Асаттришна значит Asatishna means one by one. First of all, you know, there is Hidadabala after. This is Hidadabala. Asatishna means first point hoche, here actually paratri, ohit paratri. This life and next life. You like to get some benefit. Следующая жизнь. Those are rich people. То есть те богатые люди, которые раздают всякие пожертвования. Но на Говардхане время можно видеть, ли, всякие богатые люди приезжают, раздают там одеяло, еду, фрукты какие-то, саду и прочие деньги и прочее. То есть это, в этой жизни он хочет обрести какое-то благо, чтобы и в следующей жизни он тоже хочет получить какое-то благо, чтобы попасть на райские планеты, наслаждаться там и прочее. Бутикам. Бутикам means? Бутикам значит вибути. Вибути. Вибути, you know? Power.
какую-то силу. After that, mukti. И после этого мукти. Мокша. Если у вас есть стремление к этому в вашем сердце, то есть вы должны сами спросить себя, есть ли у нас стремление к этому или нет. То есть в этой жизни мы хотим получить благо из нашего баджана. Or in front of Gurudev, you are, submission is 100% perfect. Ваше самопредание Гурудеву совершенно. First, you will have to self-integration. То есть вы должны спросить себя, что мы хотим обрести в этой жизни. Поскольку мы совершаем баджан, мы надеемся получить какое-то благо. И после вашей смерти вы можете хотите что-то получить. You have to. Бутикам means power. Бутикам значит сила. Somebody doing harinam. Кто-то совершает харинам. Харинам or doing some или, different kind of bhajan. Или какой-то другой баджан некоторые совершают, чтобы получить какую-то силу. Вибути. Бутикам means. Вибути. Вибути. They like to get some power. То есть они какую-то силу, какое-то and могущество moksha. Или освобождение хотят обрести из-за этого. Мокша means. А мокша значит. They are listening to say. Это что не заинтересованы в служении. तार मुद्दे मुक्षोवांचा कोइत्तोबु पुधान जहाँ हुई थी कृष्ण भक्ति हायांतो ध्यान धर्मार्थो काममुक्षो अधिष्ठो तार मुद्दे मुक्षोवांचा कोइत्तोबु पुधान जहाँ हुई थी कृष्ण भक्ति हायांतो ध्यान you like to attain such a state so that you like to avoid any kind of pain. Они хотят достичь такого состояния, чтобы избавиться от всех страданий, но они не хотят совершать никакого служения. Если вы не хотите служения, это проблема в этом. И мукти. И согласно Гауди Сиданте, мукти значит... Что значит мукти? Муктир хитва аннатарупам. Муктир хитва аннатарупам. Сарупену вебасити это мукти. Если вы утвердили сад-сварупе, то вы хотите совершать служение даже Нитянанда Прабху в комментариях к вот говорится, что Нитянанда, он первое проявление Кришны. Они думают о себе как о слуге Кришны. Servant. So what a big thing, you see. Krishna Das. И вот они думают о себе как о слугах Шри Кришны. Jive Sarva Krishna Nitya Das. But if you avoid this thing, you like to attain moksha, you like to хотите обрести освобождение, избавиться от всяких страданий, от всего служения, то какое благо получите, поскольку те, кто сольются с безличным Брахманом, это подобно самоубийству. Иногда случается так. Люди не... Ну, такие камикадзе, они берут с собой какую-то бомбу и идут к какому-то министру и взрывают себя рядом с ним. Это такое самоубийство. Почему они хотят совершить самоубийство? Поскольку они не хотят ничего делать. То есть служения, соответственно, никакого там и нету. Но никакого блага от этого они не обретают. И следующее. Оскорбление в адрес Кришны и его формы. Преданных и всех остальных. Имени Кришны. Когда вы повторяете святые имена Харинам, кто может вести вас должным образом? И когда вы увидите, попадете в ту восхитительную
ситуацию, когда вы сможете повторять Харинам, и Харинам он будет танцевать на вашем языке. И вот в Киртане Шрила Бхактивинода Тхакур говорится, и в Баджан Рахасе Шрила Бхактивинода Тхакур, он также много описывает насчет этого. Так много киртанов Шрила Бхактивинода Тхакур он оставил нам. Когда настоящий Харинам он явится на наших устах, то он явится в нашем сердце, то все проблемы, они уйдут. Also in different kirtan, Prabhupada Pada Yuga, more Nivedana, you can... Why you are not singing? Почему мы не поем киртаны? Why you are not singing kirtan? You cannot satisfy Jagannath. Не можете удовлетворить читание Махапрабху, если вы будете просто помнить сухую философию. Если хотите, чтобы Махапрабху был доволен вами, вы должны совершать киртаны. You cannot do kirtan. You are not doing kirtan, I know. That's why not getting any benefit. И поэтому мы не получаем благо, поскольку не совершаем киртаны. Намапарат, ten kind of намапарат дия. Is also one kind of artha, one by one. Есть также 10 видов оскорблений. So you see, намапарат, you see, and after that, намапарат и сварупа. То есть оскорбление в адрес имени Кришны и Сварупа Кришны. Если мы не можем понять Сварупу Кришну, то или неправильно объясняем кому-то, или ну, и сами не понимаем, то это тоже в адрес аппарата относится. Гуру Сварупа, если мы тоже не можем осознать, то это тоже оскорбление. Потом преданным, в адрес преданных, если вы хотите понять сердце чистого преданного, то тогда вы должны сначала обрести милость от него. Поскольку это Свапракаш Васту, самое сияющее, если Гурудев он может явить себя вам, то тогда вы можете понять. Поскольку своими собственными усилиями я не смогу осознать, понять сердце Гурудева. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур дает такое наставление, когда солнце восходит в небесах, то тогда и только тогда можно видеть солнце и лучи солнца и само солнце, соответственно. А вот следующее, like, значит, я пример могу такой привести. Дурьотхан, он, например, не преданный, вообще не преданный. Когда Удав пришел к Дурьотхане с каким-то посланием, Дурьотхан увидел, что Удав кланяется, он говорит: «О, царь, поклону тебе». И Дурьотхан подумал, и Удав, но Удав, он понял, что я кланяюсь Кришне, находящемуся внутри сердца, поскольку Дурьотхан, он разбойник, бандит. Дурьотхан, он какой-то, как сказать, все остальное, к области всего остального относится, он не преданный. Но Удав понял. If you cannot maintain balance with outside people, с другими людьми, это тоже проблема. Jive sanman dibe jani Krishna adhishthan. You see? И вот смотрите. Jive sanman dibe jani Krishna adhishthan. Krishna is everywhere. Кришна везде. So when you are going to have some dealing with outside people, be careful about that. Always. In Bhajan field also. И вот, I know he is not at all Maharaj. He is not at all devotee, but he is in the uniform of devotee. Кто-то может быть не преданным, но как-то сказать. But up to last moment of my life, I like to save him. I know he is going opposite way. Находиться, как сказать, opposite. Ну, ходить в одежде преданного, скажем так, и делать, ну, не то, что подобается преданному, но я все равно хочу спасти его.
If you can look this whole world, если вы можете, если вы не можете видеть этот мир в связи с Кришной, то тогда у вас не может быть любви к этому. Jiva Sanman Dive Jani Krishna Dishtan. Jiva значит Ola, все, везде. If you go, you have to maintain this way. Bhakte Anna Nore. Bhakta Anna Nore. Bhakte Anna Nore. So you see, Tale here, what happens if you see что? Krishna Name, Krishna Sarupe, if you cannot understand Krishna Sarup, если вы не можете понять Сварупу Кришну, вы тоже совершите ошибку, кто есть Радхарани, поскольку без Радхарани Кришна не может быть. Но многие игнорируют Радхарани, и тогда в этом проблема. Это значит, что вы не понимаете Сварупу Кришны. Вы не понимаете. Из Веданта Сутри говорится, такие слова говорятся, что вы поклоняетесь Кришне. Но Бхактивинода Тхакур говорит, говорит такие слова, но мы не понимаем Сварупу Кришны или неправильно понимаем. Если вы не можете понять, что форму преданных, то также разные преданные говорят по-разному, разные вещи. И если вы, то есть преданные на каком уровне находятся, что говорят, то есть это тоже не все могут понять, и можно или неправильное понятие, оскорбление в их адрес совершить, so, это тоже плохо. И вот Тринадапи Сунич, то есть просто произнести Тринадапи, это очень просто. Но если вы хотите практически применить эту шлоку в своей собственной жизни, то это проблема. Если вы не можете применить эту шлоку в своей собственной жизни, это не так просто. То есть можно объяснять ее, но в своей собственной жизни вы не можете ее применить. 100% Guru Anugatha. After that, you see. И вот после этого Хрида. Пратишта is topmost. Пратишта. Пратишта кутинати. Кутинати is small, very small matters. You fight. Пратишта. After that, Пратишта. You fight for own Пратишта. Without your own pratishtha, you don't like to do anything. Kutinati, asatishna. Asatishna, actually it is called Kutinati Parodroho, Mastajya. Mastajya, you know? Yes, the other. Mastajya means you cannot tolerate. Mastajya. If somebody doing some sign seva, going up in bhajan, you cannot tolerate. Это буквально зависть, значит, то есть вы не можете это потерпеть, если кто-то там лучше вас, выше вас стал, или прочее, это зависть. Self-pratishtha. After that, master-jya is all key, hidayodhavarlo. То есть это все относится к слабости сердца, к этому разделу. Self-pratishtha, all. Tuchasakti. Tuchasakti means very a small thing we cannot cut. Attraction is still there. Attraction is there. You cannot cut. Asakti. Small matter. Kutinati means very on some small point you are fighting with each other. Kutinati. Suppose Paramanu is Prasad, somebody taking Paramanu now finish. He is fighting with Paramanu. Why you are not getting Paramanu? This way actually
First of all, we will have to go out of. И вот вначале всего мы должны избавиться от анартхи. Если мы избавимся от анартхи, то тогда мы сможем начать харибаджан. И завтра день ухода Сисилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа Майва Гурудева. И сегодня, завтра мы можем, я буду говорить о Вирахататве, о Гуру-татве, о его особенности, что он хотел сделать всю свою жизнь. И если есть какие-то вопросы, small discussion I do today. Я могу ответить. Any question you have? Any question? No question. Then, if you have any question, you can put. Примите мои поклоны, святые. He, offering his obeisances, he very thankful for lecture. Actually, here I'm speaking basic theme actually today. He have a question to you. What question? Говорите. Духовный мир. Духовный мир. Мы не можем понять духовный мир. We cannot understand the spiritual world. Любые слова это будет ложь. Because any words about spiritual world it will be lie because we cannot realize what is it. И вы говорите о анартхах. Анартхи. You speaking about anarthas and anarthas. Если человек думает об анартхах. If somebody thinking about anarthas. Он будет держаться. За then he will. Когда человек просто рядом с гуру и делает наставление, анархи будет просто рассыпаться. Ну, еще раз. Я хочу сказать о том, что если человек думает об анархах, ну, а вот о том, что надо, о том, что не надо, он будет запутываться. No, he asking if somebody thinking about anarthas, then his mind maybe misled. Just meditate on this anarthas. No, he thinking what to do, what not to do, and the next. Он должен знать их, но не должен вот знать, вот как вот говорит, я прочитал все. И потом просто я поступаю так, как я понял. Но если он будет держаться и думать о них, он будет все время как эта гусеница, которой сказали, а как же ты ходишь? Она говорит, и запуталась и упала. Точно так же и об анархах. Если мы будем все время думать, мы не сможем. I already give you answer. No, he is speaking in a different language, I understand. Actually, you need not concentrate about anartha. То есть Махарадж говорит, не нужно концентрироваться на анартхах. А? Махарадж говорит, что не нужно концентрироваться на анартхах. Provided. Но то есть на анартхах не нужно концентрироваться. То есть, но главное нужно следовать садгуру, тогда эти анартхи они автоматически уйдут. То есть я не спрашиваю вас, не прошу вас на анартхах концентрироваться. То есть ваше главное, если вы будете следовать садгуру, все ваши проблемы уйдут. То есть я на анартхах как бы я просто объясняю, что они есть. Я не делаю акцент на этом. Я говорю о анартхах, чтобы вы знали, что это. То есть я не говорю, что нужно только думать, изучать их, записывать их, сколько их там, как называется и прочее. То есть если вы следуете вашему садгуру, то есть ваши анартхи, они автоматически уйдут сами по себе. То есть я не пугаю вас, по крайней мере, я говорю, что они есть. Ну, Мараши... Совершенно верно. Yes, I agree. Да, это совершенно верно. Еще, знаете, вот у меня вот очень большой вопрос. He have next big question. Большой, вообще, любое разделение, вот когда начинают делить, это сампрадая, это сампрадая, любое разделение это зло. Because his question, because if somebody dividing one sampradaya, another sampradaya, another teachings, and... И в
духовном мире все едино. Зачем здесь разделять? Это материальный мир. А кто что конкретно? Кто что конкретно разделяет? Не, ну когда рассказывают вот это сампрадая, вот это сампрадая, то есть сами люди, которые принадлежат какой-то сампрадае, не принимают другие сампрадаи. И вопрос в чем? Вопрос в том, что допустим, я хочу спросить, вот мой гуру ушел, Бхакти Валлабхай Тирта Махарадж, у меня есть и с ним связь. Я должен кого-то искать для того, чтобы другого гуру, который будет меня вести, или нет? Я могу просто держаться вот это вот в сердце. Но хихиаскинг бакас хиз гурудев шила Бхакти Валлабхай Тирта Госвами Махарадж и gone from this world, and he asking, he should find somebody who can get some such guidance, or he can just keep his guru in his heart and follow so him. То есть я уже отвечал на этот вопрос. Whom to follow? Вот кому следовать, как своему Шишикша гуру, вы можете вспомнить, что это очень старый вопрос. Кому следовать, как своему Шишикша гуру, кому же? Я уже отвечал много раз, что если вы найдете такого шикшагуру, у которого есть полное уважение к вашему дикшагуру, то есть шикшагуру не будет, как сказать, то есть главная обязанность шикшагуру – это укреплять вашу веру, вашего дикшагуру. И, например, если ваш дикшагуру, он и шикшагуру, они говорят единую сиддханту, то, что сказал Шрила Прабхупада, то есть ваш гурудев, он не производит сиддханту в своем уме, а вся сиддханта, которая... Это, то есть, да, все, что говорил Шрила Прабхупада, если вы увидите, что шикшагуру, у него есть полная вера в вашу дикшагуру, полностью не отклоняясь ни на градус, то есть, ну, это опять же не всегда можно понять, как, например, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он одобрил, как сказать, Ямакиртана, вот Шрила Кешава Госвами Махарадж не одобрил, поскольку при предисловии Шрила Прабхупада также говорит, что только после анартх можно совершать эти ямакиртаны, но они милостивы, не разрешили нам совершать киртаны. Понимаете? И много раз я говорил вам, что Прабхупада Кешава Госвами Махарадж и сердце Мадхава Госвами Махараджа не отличны внешне, поскольку Шрила Кешава Госвами Махарадж, он, как сказать, запретил нам совершать киртаны, нужно служить Харикатху, и когда вы избавитесь от влияния анарт, то тогда только можно. А вот в других матках как бы уже сразу их разрешили совершать, но это опять же не значит, что не могут это не значит, что они позволили нам совершать Рагануга Баджан. Но нужно читать эти предисловия к Баджан Рахасе, там поясняется. Много раз выглядит так, что сердце Мадхава Госвами Махараджа, оно отлично от Шрилы Кешава Госвами Махараджа, нет. И когда Шрила Кешава Госвами Махарадж, он написал один киртан, утренний киртан, многие начали возмущаться, что Кешава Госвами Махарадж не следует Бхактивинода Тхакуру. Но Бхактивинода Тхакуру уже написал киртан, зачем он свой написал? Но Шрила Кешава Госвами Махарадж, зачем он это сделал? Поскольку он видит, что утром вот эти слова в киртане, они... То есть он видит, что преданные, многие преданные, они не находятся на том уровне, они не могут понять то, что говорится в киртане, и он написал свой киртан. Kishore Kishore, all adolescents, what they are doing? You can express some doubt? Kesava Kesava, no, they have no right. Hey, stop.
вы преданные не сомневались, никаким образом не смогли оскорбить Кришну или что-то там неправильно подумать про него. Шрила Кешава Госвами Махарадж написал свой киртан, но это не значит, что Шрила Кешава Госвами Махарадж не следует Бхактивинода Такуру, и поскольку его сердце и сердце Мадхава Госвами Махараджа не отличный друг от друга, хотя Шрила Кешава Госвами Махарадж, он когда проповедовал, например, он очень жестко говорил, но опять же не все могут понять этого. Но я вот спросил Бхарати Госвами Махараджа однажды достаточно давно, что хочу спросить, что я забыл у Гурудева спросить, Гурудев ушел, вот теперь его спрашиваю, что во времена Шрилы Прабхупады были ли ямкиртаны, а он ответил, что нет, не было. И в то время лично преданные могли как бы сами петь, но так, как сказать, все вместе не пели, поскольку было много другого служения, занято было время все. Даже относительно Туласи Киртана не пели вот киртан, который в нашей матхе поют, например. И я просто вот интересовался, откуда вот этот киртан появился. Ну, Бхарати Махарадж не знал, откуда он появился. То есть и Гурудев как бы не пел этого. Но в этом киртане к Туласи обращается как к матери. Но опять же, это против как бы Сиддханты Гауди Матха, но Мадхава Махарадж как бы знал об этом. Но на киртан, как в наш мат такой попал, неизвестно, поскольку никто его, может, Гурудев как бы не запретил, но это, опять же, не значит, что он одобрил. То есть, по крайней мере, что-то делает их хорошо, но... Вот так иначе киртан попал в наш мат. You actually have no idea about rasatattva, nothing. Что такое rasatattva? Это мы не знаем этого. Но иногда вот дети, например, если его бабушка скажет по бенгали боу, называется бабушка, значит. In Hindi, we see. I mean, not speaking actually to mother is not speaking mother. To grandmother is speaking mother. After that, when grown up, I understand he is my grandmother, he is my mother. А то есть, ну, если ребенок, скажем, называет одинаково мать и бабушку, то есть можно сказать, мама там не матери, а бабушки, но потом, когда ребенок подрастет, он как бы поймет, кто там бабушка, а кто мать. Ну, и в этом же случае, если мы будем называть Радхарани матерью, то какая расататва? То есть, как бы, не наше дело, ну, как еще Прабхупад говорит, что отношение вот как в случае с Калидасом, мы слышали, такой великий поэт индийский, он получил милость материальной Сарасвати. И вот он пишет, в Мегдуте, Кумар Самбабате, он, ну, в общем, какие-то эти поэмы написал. И Шрила Прабхупад, он говорил на Харикатхе, смотрите, вот только что в своей Вандане он какой-то своей книге, он только что говорил Ванде Питару Гури Шанкару. Что значит это слово, что он выражает свое почтение Гури Шанкару как своему отцу и матери. Вот как бы в предисловии книги это говорит, и когда начинает писать, то Он говорит о лилах Парвати и Шанкара, то есть это уже расабас получается, то есть если он говорит о них как о отце и матери, то их отношения нужно не должен обсуждать. То есть у него начало как будто не противоречит с, как сказать, со всем последующим.
как это возможно, это называется расабас. Расабас, Сиданта, Вирод, вот эти вот вещи, Махапрабху, когда он слышал, он расабас и Сиданта, Вирод, и когда Махапрабху слышал об этом, он очень возмущался, например, если происходит расалила. Я пример привожу, если Радхарани Кришна обсуждает что-то нечто сокровенное, мы не можем надеяться, что Яшода там будет, это расабас. Я могу много примеров привести с читания Чайтамрита во время Хирапанчами. Вы знаете, если день перед Радхаяной Хирапанчами и Чайтанья Махапрабху вместе со всеми своими спутниками, они ждали, чтобы увидеть эту лилу, и царь там все организовал, чтобы Махапрабху все видел, где это в Гундиче было. И там Сивас Пандит и Сваруп Гасай, и вот они обсуждали Расататву, и о Враджадаме, о Вайкунтхе, и Сивас Пандит, он прославил Лакшми Деви, и Гуранга Махапрабху смеялся, что ты Нарада, и Сивас Пандит говорил, что ты Нарада, и поэтому ты говоришь таким образом, а он Сварупа, он Шудавразавасе, и после этого, когда их обсуждение закончилось, то вопрос возник, что Махапрабху получил, когда Махапрабху он впал в Радабаву, то Нитянандан сразу ушел с того места, но также говорилось о том, что везде Нитянанда он защищал Махапрабху, где бы какой-то санкиртан происходил или еще что-то, если Махапрабху падал, он хватал его, то есть он заботился о нем. Он сам Анантадев Нитянанда. Он всегда был рядом Баларама, он защищал Махапрабху от всего. Но когда Радабава пришла к Махапрабху, он сразу ушел, поскольку это был расабас. Махапрабху никогда не позволял этого расабаса. Если вы неправильно будете думать, что ваша гурвага не знает этого, это неправильно. Гурвага знает все. Парампуджапа, Мадавга Самарача, Чилапурига Самарача, они все знают, но они, по крайней мере, они, может, не запретили этот киртан из-за того, что... Ну, они как дети что-то подумали, что вырастут и поймут. Как вот в одном из киртанов говорится, Бхарати Махарадж очень часто делал акцент на этих словах. Если Махарадж приводит вот пример, то есть когда Махарадж сказал, что... То есть можно ли называть Вриндадеви, то есть Туласи матерью? Спросили, братья Махараджа, братья сказали, никогда такое не говорил. То есть Вриндадеви матерью не называл никогда. То есть это... Но это... They have no rasatattva. What to speak about rasatattva? They don't know sambandha at least. At present, they have no sambandha. They are just starting kindergarten. Let them do. Someday they can understand. Then I can speak. Ну, то есть Махарадж говорит то, что мы как можем сейчас что-то не понимать, когда мы осознаем многие аспекты баджана, то тогда это понимание на само собой придет, и мы не будем делать вещи, которые, скажем, делали в начале. То есть наша гурвага знает сиддханту, но может они говорят немножко по-другому, но не все могут привести в гармонию их высказывания. Они как бы говорят то же самое, но немножко по-другому, в соответствии со своими обстоятельствами.
So different kind of judgment. And Bhanu Goswami are also writing morning kirtan. И вот Бхагаватам Госвами Махарадж тоже написал утренние киртаны, свои киртаны. В его махе можно тоже найти, что они поют те киртаны, которые написал Бхакти Хридой Бхагаватам Госвами Махарадж. Но опять же, это не значит, что они не следуют Шрилу Бхактивинода Тхакуру, Шриле Прабхупаде. То есть они следуют, но с первого взгляда не все могут понять. И вот я не буду вас беспокоить, не буду вас, как сказать, беспокоить этой Анартхай Вичара Прасангой. Я просто хочу сказать, что те вещи, которые, если мы будем избегать, то, что описывается в анартах, то тогда мы сможем начать харибаджан. То есть не нужно на них концентрироваться, нужно следовать вашему садгуру. Анджаса значит очень просто. Можно избавиться от майи. А как, если вы следуете вашему садгуру на 100%? Если вы не следуете садгуру и, и как сказать, то есть мы как бы слушали о них, то что знали вообще, что они из себя представляют. То есть их не надо наизусть все там помнить и запоминать. So this one, don't, any question more? Так еще какие-то вопросы? И вот вопрос, если мы следуем садгуру, то все анархи, они уйдут. И вопрос в том, что делать, если из-за каких-то анархи мы не можем следовать гуру. И что же делать? То есть, ну, Махарадж говорит, такое не может быть, поскольку Гурудева Татма, значит, то есть наше сердце и душа, оно вместе с Гурудевом. Если я получил полную милость Гурудева, то тогда такая ситуация не может возникнуть. Я вот знаю, если Шрила Бхактивилапхатиртха Госвами Махарадж, кто-то принял прибежище у него, но работал этим, как там, в армии. Ну что, спрашивают, как же он так мог следовать, будучи там в армии, как это? Нет, он сделал как-то все. И смог всему следовать. И что же делать? Понимаете? Так много всего. Садгуру, он никогда не дает вам никакие наставления, то, что нет в Писаниях. Понимаете? Может быть, это, на санскрите этого нету, может, он на бенгали где-то описывается, или, но если вы будете изучать Писание очень глубоко, то вы видите, что Гурудев не может говорить то, что, чего нет в Писаниях. Всегда Сичитания Махапрабху дает такое наставление, что вы должны найти ссылку в Писаниях. То есть Махапрабху и все гауди, они, и те, кто следует Сичитания Махапрабху, они полностью они, то есть говорят то, что согласно шастрам, то есть они всегда находят подтверждение в шастрах своим словам. И Санатана, например, то есть Санатан, когда он писал какие-то книги, то есть Махапрабху сказал, что нужно приводить свидетельство каждому своему слову из Писаний. Пурана Прамана. Пурана значит Саттвик Пураны. The Tamasic Rajasic Puran sometimes you cannot understand. That you hope anyway. So I meant in this sense that. И вот он хотел. Вопрос продолжается, что Гурудев может что-то сказал, так несомненно базируется на Писаниях. Вопроса в этом нету. Но я из-за моих собственных проблем. Я не могу, делать то, что сказал Гурудев.
То есть если я избавлюсь от анарт, если я следую садгуру, то есть Гурудев мне даст должный совет, но я сам из-за слабости моего сердца, то есть сейчас мне сложно следовать этому, и что же делать? То есть на сегодня не можем сделать, но завтра вы можете следовать совершенно. То есть, может, сейчас вам сложно, завтра вы можете, поскольку если вы повторяете Харинам, совершаете Гуру Севу, и вы делаете это, то в скором будущем Гуру Сева и Харинам, то есть, не знаю, если вы это все совершаете, то анархи, они пройдут со временем. То есть, может, сегодня вы не можете следовать, а в будущем Гурудев, Садгуру, даже находясь в нити лилы, он всегда смотрит за нами. Много раз случалось так, что когда Гурудев, например, находится в материальном мире, какой-то ученик не мог следовать, как-то пытался, и после того, как Гурудев ушел, и лет через там 10-20 человек, он осознает, что он теперь уже может следовать всему, что говорил ему Гурудев там лет 20 назад. И вот через Гуру Севу также можно избавиться от анарт, через Харинам и Гуру Севу. И оскорбление, если вы хотите избежать оскорблений, то тогда Сева аппарат, например, Вайшнава аппарат, я то есть не говорю про них. Я про сева аппаратхи говорю, то есть сева аппаратхи вы всегда какие-то совершаем. И вот, чтобы это избавиться от них, нужно повторять Вринда Аштаку, особенно в день Двадаши вечером. То есть если повторять эти вот эту Вринда Аштаку, особенно в Двадаши вечером, то есть они как бы ее повторением оскорбления прощаются, оскорбления в служении. То есть много наставлений, есть много решений. Вот шалограмма, например, нельзя мывать шалограммов в Двадаши вечером, может только лучше поменять. Как бы шалограммов нельзя омывать. Как бы дома нельзя, но если пойти на слияние рек Ганги, Ямуны и Сарасвати, то там можно. А почему, опять же, поскольку в Писании говорится. И в шастрах много чего говорится, что делать, что не делать. То есть это как бы ответ на наши почему так или не так. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, а сейчас риши рождаются? Вот, he's asking, nowadays, риши, they coming in this world? Who? Риши. Рождаются? Риши, they coming in this world, риши now. They taking birth here? Риши? Yes. Those who are риши monies? Yes, yes. Say yes? Yes. Yes, you cannot see. Да, но мы не всегда можем видеть. You cannot see. They are coming. Они приходят в этот мир. Different kind of rishi, they are staying in different states. Rishi, они находятся на различных уровнях. Кто-то Махаджана, Тапа, Луки. Банпрастха, they are successful, they are staying in one level. То есть разные риши, согласно своему уровню, они согласно своему баджану, они находятся на различных планетах. Они приходят. Народ, например, он постоянно путешествует, у него там обязанность такая, он всегда путешествует по всем мирам, но не все могут видеть. И вот Бодхев Госвами Махарадж в своей книге он пишет, что однажды в каком-то горном месте, давно, не сейчас, лет 60 назад или больше даже, Бодхев Госвами Махарадж, он пишет в своей книге. И вот однажды хотел пройти, но не проходилось там, какой-то поворот, не мог просто пройти там. И он увидел Нараду там. Бодхев Госвами Махарадж, когда он дошел до Ямунотри, я тоже там был. Ямунотри.
В то время было мало народу там. И Пандев Госвами Махарадж видел Ямунадеви там со своими сакхи. И вот Пандев Госвами Махарадж, он получил их даршан. Если вы не можете видеть это, их, не значит, что их нету. То есть они снисходят в этот мир, они рождаются в Новодипе, в Майпуре даже, но опять же, нашими обнаженными глазами мы не можем видеть, можем видеть какие-то гостиницы там и прочее, то Риши Муни, они, но обусловленные души, они не все могут видеть. Это получить настоящий даршан Навадвипа Майпура, это не так просто. Вот Бхактина Такур пишет Дам Махатме, что эти дамы находятся под покровом Майи. То есть они и люди, которые приходят сюда, многие они не видят настоящие дамы. И вот я знаю многих саду, которые дама севы, они достигают совершенства. Не все могут поверить. Я могу назвать вот Шамананда Прабху, например, он только подметал в Нидуване. И он. И он получил даже Радхарани. Не просто подметал, ну, не то получил даже, еще кольцо с ее с пальца нашел. И Лолита потом пришла к нему в форме обычной женщины, что ты не видел тут этот, как его, кольцо. Очень обронили тут, но не найдем. Не, он говорит, что не, пускай сама придет, заберет, тебе не отдам. Вот он очень умен был, Канак Манджари. Канак Манджари ее звали. Шамананда Прабху. И Радхарани пришла сама, чтобы забрать у него. Сама Радхарани пришла к нему второй раз, чтобы забрать вот это кольцо. И вот у них в их сампрадае их тилак немного по-другому выглядит. То есть он просто таким подметанием святой дамы он достиг совершенства. А до этого Шамананда Прабху он совершал гуру севу там. И вопрос возникает, как Шамананда Прабху... So many questions, I will have to give answer to you. То есть он в другой баве был, его Гурудев. Гурудев отправил Шамананду Прабху Дживи Госвами. Радхарани came direct, hey, when Gurudev fight, hey, why you change your tilak? И когда Гурудев начал возмущаться, почему он тилак свой поменял. You violate my instruction. Не следующим моим наставлением, то Радхарани пришла к нему во сне и сказала, что не возмущайся, он спутник Кришны, а ты спутник Кришны, он мой спутник, я сама дала ему это тилак, и поэтому Радхарани, он, как сказать, восхищается Радхарани, ее поступками, и нет ничего, то есть я как бы поменяла ему тилак, и поэтому пускай так и будет, и вот, и Шикша Гуру тоже может даровать вам силу. Шикша Гуру может дать вам силу, но условия должны быть. То есть он должен находиться в той же наставнической преемственности. Ну, вот как случай с Шамананда Прабху. Как Шринивасачарья, у него Гурудев был. Гопал Вата Госвами, Нарутам Тагор, Лакханат Госвами. Сейчас, может, кто-то спорит, кто тот ученик там, того, но я такого не говорю. Я не могу позволить себе такую. Я только боюсь, что если вы пойдете в какое-то, как сказать, место, там уже даже говорят что-то, как сказать, красивое. Но во Вриндаване я, например, никого не нахожу. Может, они что-то там красиво говорят, но никто не говорит даже имени Шрилы Прабхупады. Я могу привести пример.
Они так много говорят, но Шрила Прабхупада, они никогда не говорят ничего о Шриле Прабхупаде. Даже не других сампрадай кого-то цитируют, но Шрила Прабхупада никогда. С Рамананда Сампрадай, например, кого-то могут цитировать, но Шрила Прабхупада и Гаудия Мадж никогда. То есть могут они Бхактивинода Такура иногда упомянуть, очень-очень редко. Даже Читания Махапрабху могут, даже Шикшаш такое могут повторить. Но разве они следуют? Но они не выражают почтение Чайтанья Махапрабху, может, просто они что-то повторяют из его слов, чтобы привлечь каких-то людей, если они как бы будут что-то говорить о Махапрабху. My Guru Maharaj give me direct seva? Already? If I am doing seva, then Guru Maharaj is bound to give me kippa. То есть если я совершаю служение Гурудеву, то Гурудев вынужден дать свою милость мне. Завтра я буду об этом более подробно говорить. Гуру Сева. Гуру Сева. Мы должны выражать свое почтение тому, кто служит Гуру. И как же его положение, как Гурудев служит Шриле Прабхупаде, я завтра буду говорить об этом.